Это где-то произошло часов в 5 утра. Я спал, проснулся от того, что у меня просто посыпались окна. Вот там, напротив дом. Как они говорят, стреляют только по инфраструктурам и такому всему военным частям. Это все бред. Вот, что происходит на самом деле. Це дуже жорстоко, це просто безглуздо, це немає ніякого сенсу. Ну, що школа зробила? Що зробили усі дійсно, усі люди? Що я зробив? Ну, я не знаю, може десь тут там Степан Бандера ховається, який, правда, помер у 59-му році, я не знаю. Генералів тут немає, майорів теж. Я передаю привет в город Северодвинск своему брату родному. Вот он, братуха, освободили вы с вашу племянницу, нацистку, наверное, она, ну, нацисты, вот, видишь, вот, нацисты. Вот, освободили вы племянницу, нацистку от своей школы. Перед этим вы освободили племянника, ну, тоже нациста, от другой школы, прямо в класс ему прилетело. Привет тебе, Юра, в город Северодвинск. И еще один привет. В город Симферополь, заслуженному учителю математики Украины, моей сестре двоюродной, тоже тебе привет. Ты что там говорила нам, молитесь? Видеть вас не хочу. Спасибо.